подвалу да, бегаете, если что. Вот если там шахеды летят или еще что-то, поскольку вы Нет, я предпринимаю усилия для того, чтобы шахеды или ракеты меня не поразили. Я обязательно сразу скажу, я советую всем, всем. В случае ракетной или БПЛАшной опасности не нехтувати, да, не пренебрегать правилами безопасности. Поэтому, если есть убежище, надо туда спускаться. Если есть неподалеку метро или укрытие, надо дойти. Береженого Бог бережет, сказала монашка, надевая презерватив на свечу. Неожиданный финал.